Дорогие друзья, этим восхитительным рецептом курицы я уже пользуюсь более 30 лет, и поверьте, он никогда не надоедает. Советую вам его попробовать. Небольшую пиалу нальем теплую воду. Добавим увесистую ложку меда и хорошенько его размешаем. А также увесистую ложку сушеного имбиря. Полученную смесь добавляем немного соли. Можете соль и не добавлять, курица будет такой же вкусной, пряной и пикантной. Заливаем этим маринадом нашу курочку и даем ей промариноваться. Возможно, часа 2 или 3. Этого будет достаточно. Промаринованную курицу укладываем в глиняный горшок. Он может быть из пористой глины или глазурованной. Разницы нет. Заливаем полученным маринадом нашу курицу и отправляем в духовку при температуре 200 градусов. Когда вы почувствуете приятный запах, будьте уверены, ваша курочка готова. Радуйте себя и своих гостей.